60 лет исполнилось Институту геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения РАН. В честь знаменательной даты на 7-й Всероссийской научно-практической конференции с докладами выступили академики, директора институтов Дальневосточного и Сибирского отделения Академии наук. Представители производственных компаний также не остались в стороне. Основные направления научных исследований – изучение алмазов и благородных металлов. Акцент сегодня делается на месторождениях золота и серебра. Также проводятся исследования в области строения земной коры Якутии с использованием новых современных технологий. Вот на этой площадке мы обмениваемся свежими результатами, которые у нас получаются, информируем друг друга о наших планах, появляются новые контакты. Это в конечном итоге позволяет нам, во-первых, оперативнее доводить ту новую информацию, которую мы получаем, ну и взаимодействовать с конкретными недропользователями. Это очень полезная площадка на постоянной основе. Мы надеемся, что эта конференция будет и дальше работать.